Доброго времени суток, уважаемые зрители канала «Вкусно и халяльно». Давно уже обещал вам показать отвар из косточек фиников. Сегодня я вам покажу два способа отвара. Отвар из косточек фиников, также отвар из самих фиников. Небольшое вступление и перейдем к приготовлению отваров. Отвары из фиников очень полезны при инфекционных заболеваниях. Также отвары из фиников очень полезны в профилактике и лечении раковых заболеваний. На самом деле, мало кто знает, что из фиников можно делать отвар. Также финики употребляют в следующих ситуациях. Финики от прыщей, от холестерина, от изжоги, давления, рака, глистов, запора, кашля, потенции, сердца, волос, родов, поджелудочной, похудения и так далее. В финиках невероятно много полезностей. И если вам интересно, мы снимем отдельные ролики на все эти темы. Просто напишите об этом под этим видео в комментариях. Обязательно поставьте лайк на это видео. Подпишитесь на канал «Вкусно и халяльно». Тут будет очень много народных рецептов, которые вам понравятся. И если такое возможно, максимально распространите это видео. Делайте репост. Быть может, кто-то нуждается в этих рецептах. Ну а мы начинаем это видео с отвара косточек фиников на воде. Итак, измельченные косточки фиников применяются для лечения образования камней в почках. Этим недугом в наше время страдает очень много людей. Этот отвар очень сильно помогает. Сначала косточки 6 фиников измельчаются в порошок. Я это делаю кофемолкой. Если честно, сложно перемолоть косточки фиников. Но если у вас нет кофемолки, можно накрыть косточки полотенцем и отбить молотком. Итак, перекладываем перемолотые косточки фиников в небольшую кастрюлю. Затем заливаем туда пол-литра воды и ставим состав на огонь. Доводим состав до кипения и 10 минут держим в состоянии кипения. Далее снимается и остужается. Затем процеживается. Делайте так, как показано на видео. Итак, пить их нужно натощак за полчаса до еды, 3 раза в сутки. Курс примерно 10-12 дней. Обычно этого более чем достаточно. Финики на молоке готовятся очень просто. Отвар из фиников на молоке помогает усилить половое возбуждение и его остроту. А еще отвар фиников на молоке хорошо помогает от кашля. Финики на молоке помогут устранить сухой затяжной кашель. Для приготовления нам понадобится 7 свежих фиников, а также 250 либо 300 грамм молока. Обязательно промойте финики, после чего кладем финики в кастрюлю и заливаем холодным молоком. Перекладываем весь состав на огонь и варим 10 минут.
После остудите отвар. Сам отвар нужно выпить, а финики съесть. Процедуру лучше выполнять перед сном. Уважаемые зрители канала, если вам нравятся подобные рецепты, обязательно дайте знать об этом в комментариях. Ставьте лайк, чтобы больше людей увидело это видео. И не забудьте подписаться на наш канал «Вкусно и халяльно». Надеюсь, вам было полезно это видео. Ну а я с вами прощаюсь, до новых встреч!